Городской пляж на острове Помазкин. Работы по подготовке территории к пляжному сезону завершились накануне. Рабочие убрали мусор, установили раздевалки, душевые кабины и лежаки. Кстати, в этом году на благоустройство пляжа потрачено почти 800 тысяч рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом. Правда, воспользоваться всей инфраструктурой пока нельзя. На данный момент здесь можно лишь загорать. Несмотря на то, что принимать солнечные ванны уже можно, купаться в воде категорически запрещено, это небезопасно. Мало того, что вода холодная, всего плюс 15 градусов, так еще и постоянно прибывает. Когда вода спадет, специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы на предмет бактерий и станет ясно, годится ли вода для купания или нет. А пока барнаульцы могут искупаться на соседнем пляже, который уже работает. На территории Барнаула на сегодняшний день допущено к пользованию два пляжа. Это искусственный водоем и пляж «Водный мир». Освидетельствование пляжа «Городской» планировалось по графику до 15 июня. Кстати, всего в Алтайском крае 55 пляжей, на сегодняшний день открыто лишь 27. Оставшиеся заработают после того, как их проверят специальные комиссии. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.